Первое общегородское совещание в новом 2020 году началось со слов заместителя главы Десногорска Александра Новикова. Поздравляю с наступившими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, со старым Новым годом. Новые задачи, новые планы, новые проблемы, которые мы будем решать в этом году, нас ждут. Я уверен, что все мы с ними достойно справимся. После этого участники совещания приступили к обсуждению еженедельной повестки. Инженерная инфраструктура города отмечена предстоящими ремонтными работами во втором микрорайоне. Здесь через будет временно ограничена подача холодной воды в многоэтажные дома номер 1, 2 и 3 второго микрорайона. Также особое внимание уделяется очистке от снега тротуаров и придомовых территорий. Но благодаря переменчивой погоде эта задача решается особенно оперативно. О предстоящих городских событиях рассказала председатель комитета по культуре Анна Королева. 18 января в 10 часов на базе МБУ «Когти сна» мы приглашаем на спортивный праздник в рамках открытия патриотического клуба «Атом» по практической стрельбе из пневматического пистолета. Кроме того, до 13 февраля в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея продолжается выставка живописи и скульптуры Надежды и Анны Бельченковых. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.